Комитет по международным делам, обороне и безопасности Сената парламента поддержал законопроект о ратификации соглашения между странами СНГ в области обеспечения информационной безопасности. Отмечу, основная цель соглашения – проведение совместных мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности в государствах СНГ. Договор также регулирует взаимодействие между странами в части передачи информации, анализа и оценки угроз безопасности информационных систем, сближения нормативно-правовых актов и методических документов участников. Сенаторы комитета документ поддержали и передали на рассмотрение в палату. На сегодняшний день соглашение ратифицировали уже 4 страны. Это Россия, Беларусь, Таджикистан и Кыргызстан. На заседании рабочей группы мы внимательно изучили этот документ и получили ответы на все интересующие нас вопросы. Другие комитеты Сената также высказали свое мнение относительно ратификации.